Пахарь ДП 190 на 1800. Циркулярная пила для обработки древесины и разрезания ДСП панелей. Инструмент поставляется в фирменной упаковке и комплектуется предустановленным пильным диском, шестигранным ключом, параллельной направляющей и техническим паспортом по эксплуатации устройства. Станок состоит из металлического кожуха с пильным диском и моторного блока с двумя рукоятками для удобного хвата. Корпус электродвигателя выполнен из оранжевого пластика. На основную рукоять вынесена кнопка запуска электропилы и блокиратор, защищающий от случайного включения инструмента. Работает устройство от бытовой электросети с напряжением в 220 вольт. У основания задней рукояти выведена ручка фиксатора глубины пропила. Под передней рукоятью разместился еще один фиксатор для блокировки шпинделя. Рядом с ним у самого основания инструмента вынесен фиксатор угла наклона пильного диска и фиксатор параллельной направляющей. Глубина пропила под наклоном в 45 градусов составляет 47 мм и 68 мм под прямым углом в 90 градусов. Со стороны верхнего защитного кожуха видим отверстие для удаления опилок, а чуть ниже ручка для управления нижним кожухом. По центру пильного диска прижимной фланец и крепежный болт. Его потребуется открутить в случае замены пильной насадки, диаметр которой составляет 190 мм. Максимальная частота вращения пильного диска достигает 5500 оборотов в минуту. Дисковая пила Вихрь ДП 190 предназначена для выполнения продольных резов, поперечных прямых резов и резов под углом в древесине и древесно-стружечных плитах. Эксплуатировать ее рекомендуется при температуре от минус 10 до плюс 40 градусов, при влажности воздуха, не превышающей 80%.